Эй, всем привет, дорогие друзья, с вами Дакер и Стивен, и сегодня мы будем играть в The Bridges на сервере Mineplex, конечно же, кто не знает, вот, и я уже выбрал все, что мне надо, буду за Green команду, и класс я выбрал Apple, потому что у меня больше, чем его, ничего нет, так что ладно, все, давайте сразу рубить дерево, все, отлично, рубим дерево, рубим, давай. Что, компасом нельзя? Ой, яблоко выкинул, ну ладно. Все равно зарегенится еще яблок куча. Так что ладно, все. Так, одно дерево. Отлично. Два дерева. Думаю, четыре дерева нам хватит вполне. И пойдем в пещеру тогда. Все, четыре дерева, как раз все срубили. И все. Так, яблоко, отстань. Так, отстань. Вот. Алмазы! Надо быстрее делать все, что мне надо. И этот, да, быстрее. Все, делаем себе деревянную кирку вначале самом. Так, делаем. Так, все, отлично. Теперь быстро нарубливаем тебе булыжника на каменную кирку. Делаем быстро каменную кирку. Так. Так, я так понял, тут вообще ни одного майнера нету. Да, так что это хорошо. Я, может быть, успею самым первым даже накопать себе тут мазиков. Да, и будет все отлично просто. Так, уголь нет. Уголь мне не надо. Уголь мне нет. Не подходит. Так, уголек тоже пригодится. Возьмем тебе уголька побольше. Все. Так, ну и что? Нужно железо. Вот. Вот как-то так. Так. Золото нет. Мне золото тоже не надо. Сейчас быстренько печку себе сделаем. И сразу будем заваривать этот. Одно железо наше будем заваривать. Так вот, да. Так, все, пусть плавится. Плавится? Нет. Вот, теперь плавится. И погнали копаться в шахты. Надеюсь, что-нибудь-то хорошее мы найдем. Да. И давайте копаться тогда. Прокапываемся, что-то сервер подлагивает, когда записываю. Ну, а так он хороший. Ну, хотя, кто это знает? Никто это не знает. Все знают, что Mineplex это хороший сервер. Че вообще несу? Ладно, все, давайте копать железо, которое мы в скором времени, надеюсь, найдем. И что-то тут все повыходили, вот смотрите, желтых осталось только трое. Это хорошо для меня. Я еще могу выиграть даже. Так, о, железо, наконец-то я тебя нашел. Так, вот одно. Так, мне бы два. Вот. Вроде там видел еще одно. Да, отлично, все. Теперь у нас есть два железа. Сервер жестко лагает у меня. Давай мне железо, выпадай мне мое железо. Хочу железо, много железа. Все залагало, нет. Я не успею себе сделать ничего, нет. Печка, тоже не открывается, ничего не открывается, ничего не делается. Отлично. Так, быстрее. Вот железо. Так, выпадай. Давай. Давай. Ой, капец, лагает, конечно. Но я его добуду. Я добуду свои честно заработанные алмазы, которые я увидел. Ёкарная там вода. Капец, там вода. Нет. Фу. Все отлично, я не в воде, у меня есть два железа, все. Просто офигенно. Скажу я вам секрету. Он уже выкопал мои алмазы. Нет, только не это, только не мои алмазы. Ну ладно, значит мы будем бомжами. И ладно, так уж и быть. Выпадай. Лагает при записи у меня очень сильно. Так, закроем сюда вход, а то там вода тупая. Давай, все отлично, наконец-то я подобрал свое железо. Так, давай. Давай, открывайся, печка, открывайся, давай. Фух, капец, вот, наконец-то, все, пусть плавится мое суперское железо. Да, а я пошел копать дальше что-нибудь. Я надеюсь, что-нибудь-то я и найду хорошее. Так. Вот этот круто, вот этот поворот. Меня это устраивает вполне. Так, поднимемся. Так, дайте. Вот, отлично, все, сейчас сделаем себе железную кирку.
Вот у нас такие вот есть каменная кирка, деревянная и железная. Что отлично. Так, пацан уже подходит к алмазикам. А, не дам я тебе мои алмазы. Мои алмазы. Все отлично. Теперь у нас есть один алмаз. Но, вот, отлично, все. Теперь у нас есть два алмаза. Даже, может, три будет, нет? Три не будет. Ну ладно, хорошо. О, нет, даже три будет алмаза. Просто вообще зашибительно, просто замечательно. Так, съедим яблочко. Так, все, отлично. И пойдем вот так вот копать дальше. Надеюсь, что-нибудь хорошее еще найдем. Меч потом я себе сделаю алмазный. Вот. И что ты тут от меня скрываешь? Печка. Опа, 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 опаньки, чирик. Я ничего не тебя, пацан, не брал. Ты не переживай так уж сильно, да? Так что я чё? Я ничего, ты чё? Успокойся. Он меня нубом обозвал. Да, мне обидно, пацан. Я вас сейчас заплачу. Все, спасибо за железо. Большое тебе спасибо. Теперь я стал намного круче с этим железом твоим, да. И у меня есть три алмаза, которые я сейчас использую на меч. И у меня останется целых один алмаз, просто так. Все, теперь у меня есть один алмаз и три железа. Окей, ладно, это хорошо. Теперь просто пойдемте в эту, например, сторону. Да, и будем туда копать. Копать, 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 пока не докопаемся до чего-нибудь нужного. Хорошего, нормального. Да. Так, так, так. Гравий, отстань. Только полегче надо. Тут вода рядом со мной. Тут должна быть где-то. Так что я боюсь даже. Так, так, аккуратно, аккуратно. Все, я не буду больше туда копать. Мне что-то страшно стало. Очень. Что ладно. Все. Будем вот так вот квадратиком копать. Смейкой, точнее, да. Пока чего-нибудь хорошего не найду. Надеюсь, мы найдем что-нибудь хорошее. И уже немного времени, кстати говоря, осталось. И это меня напрягает немного. Вот еще железо. Спасибо. Спасибо за железо. Еще железо. А, нет. Фу, чуть гравий не завалило. Капец. Все, отлично. Вау. Отстань, мое. 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 Блин, он забрал. О, или я забрал. Фиг знает, но он офигел. Отлично, все, я забрал свое железо. И все, отстань от меня, пацан, ты вообще наглый. Я тебя закрою. И все. И сиди там. Своим железом, которое я забрал. Так. Все, у меня есть 8. Еще 3. Отлично. И уже скоро. Скоро уже начнется все. Так, я тебе сделаю нагрудник, наверное. Вот. И сделаю штанишки, если успею. Если у меня железа хватит, да? Там хватит. Нет, у меня железа еще не хватит. Да, мне еще одно железо надо, и хватит уже тогда и на себе на штанишки. Это будет за себе на круто, так что давайте найдем себе штанишки. Тут нету. Нет, пацана только уголь остался, так что ладно, мы его обокрали, главное. И все. Что-то он мне там говорит, что. Я не знаю, я не очень англичанин такой прям. Так что пофиг, что он мне там говорит. И вот, вот так. Давай, давай. Где железо? Где железо? Одно железо. Одно единственное железо. Дайте мне одно единственное железо. Ну дайте, пожалуйста. Пожалуйста. Окей, ладно, хорошо. Так, там ничего. Будем копать, как я и говорю, змейкой. Может, так и обернется нам удача. Так. Так. Главное, что у нас уже есть алмазный меч. Это самое хорошее. Вот. И чё? Чё, давай, давай, ну железка, ну регенься, ну пожалуйста. Зарегенься, одно железка, одно единственное железка осталось. Уже вообще капля времени осталось. Давай, ну пожалуйста, я тебя найду. Вот, давай. Ну нет, не ты уголь, ты мне не нужен. У меня и так тебя много очень. Целых сколько там, 10 штук. Ну так что все, уголь, не регенься, все, зарегенься, железо, плиз. Плиз, плиз, железо. Ну чё ты уголь, блин? Ох, капец. Просто какой. О, вода капает. Все, все, все. Полегче. Так. Я думаю, я уже ничего не успею сделать, потому что уже сейчас начинается. 45 секунд, там 44, в общем, я не успею нифига сделать. И что ж. Что ж, что ж. Ладно, все, выходим. Алмазы. Капец, блин. Вообще, жесть. О, и железо, отлично, еще алмазы. Еще алмазики.
Да, пацан, молодец, что ты меня закрыл. Отлично просто, а то бы ты алмазы мои забрал. Так что все, валяйте. Ах ты, что странец такой. Все, вали отсюда. Вали, я тебе сказал. Все, давай, пошел отсюда. Пошел вон. Пошел вон. Ой, ладно. Хорошо, пацан. Ты такой хороший вообще. Мне плевать на тебя. Давай, давай. О, все, началось уже. Уже началось. А мне еще надо там кое-что сделать. Что мне надо сделать? Мне можно ботинки же алмазные сделать. Так. Так. И вот так. Вот так. Все, теперь у нас есть алмазные ботинки. Быстрее переваляем еще один уголь. Ой, железо еще одно. Поедим пока яблок. Да. Парень там еще пытается что-то достроить, но он какой-то нуб, реально. Он строит уж так медленно вообще, капец. Ладно, все. Давай сделаем быстро себе штанишки. Вот, все. Теперь мы самые крутые. И все, нам никто не помешает всех убить. Там еще нубы какие-то ползают. Да. И я надеюсь, я их убью, только без шлема, но ладно. Это тоже круто. Очень даже круто. Так, пацан, не свались там. Полегче там давай. То я один-то, наверное, не проживу там. Как-то так. Где пацаны? Вот, пацан уже убежал. Вот, козявка. Пшу вон! Пшу вон! Пшу вон, я тебе сказал! Пшу вон! Лагает немного из-за этого вот дождя и снега. Ну ладно, я надеюсь, скоро не будет лагать. И снег прекратится, да, скоро, я думаю, снег прекратится, и все будет зашибенно. Все, упади, пацан, давай. Молодец, молодец, просто... Не молодец. Нифига не молодец ты, пацан, ты плохой. Очень плохой. Потому что ты там... Ну, ты наглый вообще. Сейчас я тебя убью, пацан. Вот этого, ладно, плевать, вот этого сейчас убьем. Потому что он мне не нравился и не нравится до сих пор. Вау-вау-вау-вау-вау-вау! Капец, напал на меня, блин. Крутой такой, блин, думал убьет меня. Шлем алмазный. Все, теперь я вообще самый крутой стал. Осталось один желтый. Все, вот он, нуб какой-то. Ха-ха, все, я сейчас выиграю. Отлично, будет просто отлично, сказал. Это будет долго, да. Это будет очень долго. Сколько у меня стрел? У меня, ну, норм, 30 стрел, я думаю, хватит. Даже там еще вот одна. 31 стрела, это вообще нормально. Давай, 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 пацан, пацан, привет, привет, брателла. Привет, брателла, да как ты ж так увернулся? Получи из лука, получи, попал как профи. Так, еще раз, получи. Почему не попал? Я ж должен был, просто обязан был попасть. Так, ладно, бежим. Так, подстрелим его. Попали как профи просто. Так, дальше бежим, бежим. Давайте обойдем вот так вот. Так, по-быстренькому. Оп, оп. Оп, оп. А, ну ясно. Окей. Вот этим вот мне не очень нравится вот эта карта, потому что тут бегать надо. Это очень много бегать. Капец просто. Ладно, бежим. Бежим за ним. Так, срежем немножко. Ну хотя я нифига не срезал, а наоборот, еще побольше пробежал. Ну, ладно. Хорошо, хорошо. Бежим, бежим. Будем стрелять из лука в него. Так, он подобрал что-то. Он подобрал шмотки. А ну-ка, иди сюда. Засранец-то какой мелкий. Ты маленький засранец. Получи. Так, давай, давай, давай! Ну как я его не ударил так? Это было нечестно. Так, раз, два, три. Выиграл, сука, прям так круто подстрелил его. Просто офигенно. Фу, вообще суперско сыграли. У меня было два алмаза вроде. Сколько у меня там? Ладно, плевать, сколько у меня было алмазов. Главное, что я победил. Да. И что ж, на этом я хочу закончить. С вами был Дэк31. Подписываемся на канал, вступаем в ВКонтакте, который будет в описании под видео. Вот, ждем новых видео. И что ж, всем до скорого, всем удачи, всем пока-пока-пока-пока.